Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Сталкер Зов Припяти. Мы находимся в Припяти. Скукотища зеленая. В смысле скукотища? Я только начал. Хули ты выебаешься? Одинаково хреновые. Ну, блять, хули ты, короче, жесть такая анекдот штука. Цивильный. В военном городке к генералу приходит жена капитана. И говорит: товарищ генерал, я нашла в кармане у мужа лифчик. Ну, как мне быть? Давайте мне, я сам разберусь. Вечером генерал возвращается домой. Забытый в кармане лифчик находит жена. Дорогой, ты такой шутник, а я все думаю, где я его оставила? Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Ладно. Главное, днем. Я вот тут вот общался с Гариком. Вот, и он мне сказал, что недалеко от стоянки. Ой, бартон, какой нахуй стоянки? Недалеко от общаги. Будут собираться наемники, которых он сюда провел. Там у нас есть лаборатория X8, тут у нас есть пропавший часовой. Давайте-ка двинули к... Подожди, а что тут за задание? Давайте пообщаемся с полковником, да-да. Ну почему бы и нет? Что ты нам скажешь-то, полкан? Так, я добыл информацию о неизвестном оружии. Это была гаусс-пушка. Ну ты даешь. Какая же у нее мощность? Ну, в принципе, да, можно им сбивать и вертолеты. Насчет часового. Его сигнал идет со старого гастронома. Но человек на вызовы не отвечает. Ладно, я разберусь. Ладно, да, действительно, пойдем заберем часового. Пока я тут путешествовал, у нас, собственно, квестов не было. И как только я вернулся, собственно, пришло сообщение от часовых. Ладушки, в Сталкер я уже не заходил, ну, порядка недели. Поэтому какое-то время буду привыкать. Если буду тупить, вы уж не серчайте. Ну, народа я, в принципе, на общаге не вижу. И радар их тоже не видит. И вот хер его просышь. И я заметил, что мне не хватает чувствительности. На мыши. Наверное, так будет поудобнее. Броня у меня... Блад. И сфера. Такой костюм в тенях Чернобыля был сборный. Прям военная элита. И чувствую себя неплохо. Ладно, где тут гастроном? Детский сад, да. В детском саду лучше не ходить. Там у нас печаль, беда. Там у нас кого только нету, блядь. Буду почаще сохраняться. Тут что-то сикотно, пиздец. Ах, все мы были детьми, все мы помним эти замечательные подвалы. Да, колоритно, очень колоритно. И в то же время все уже мертво. Что там за пальба, блядь? Это здесь. Вали, сука. Так, сейф. А, тут, по-моему, контролер у нас тусует. Блять, идиот.
Нет, нет никого. Ну ладно. А вот и он. Ладно, ладно. Обосрался, я знаю. Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Жаль, отличный был парень. И с разведгруппой, видимо, та же Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно, спасибо тебе. А нет связи. Именно так оно и было. Патронов у меня, конечно, что-то опять не ахти. Давай возьму вот эти вот. Вот, сука, вот за что я не люблю. Так, пардон, прервался. За что я не люблю сталкер? Вот за скриптованность. То есть моба нет, пока, собственно, не сделаешь какое-то действие. Моба просто нет. Вы думаете, я знаю, куда иду? Нет, не знаю. Все завалено. Тут вроде ничего нет. Там по-любому должно быть хотя бы что-то. Какой-нибудь тайничок или что-нибудь подобное. Неужели вообще ничего? Но печально. Но я этого места не помню со своего первого прохождения. Значит, я тут не был. А я тогда, помню, постарался облазить весь сталкер. Даже ящик не ломается. Какая прелесть. Так, ну ладно. Куда дальше-то? В лабу? Эх, ладно. Лабу быстро пройти наверняка у меня не получится. Плюс хватило бы мне патронов на нее. Плюс, опять же, я не уверен в своих силах. Короче, все прекрасно. С таким настроем лучше прямо здесь сдохнуть. Чё это? Зомбированная. Нахер я палю по ним с хорошей пушки? Непонятно. Ну, по крайней мере, патроны будут. Даже не знаю, в аномалию, наверное, не полезу.
Не стоит она того. А вот, собственно, моя цель. Там херова гора монолита. А нужно мне подняться практически на самый верх. Включить лифт и спуститься вниз. Ладно. Короче, замес мне предстоит лютый. А, блядь, в кнопках путаюсь. Вообще прелесть. Ладно, быстренько подбежали тогда. Сюда не пролезть. Прикольно. Странные пацаны. А, они еще снизу там идут. Блядь. Вляпался, непонятно. Ну, благо патроны есть. Спи, блядь, мудак. Патроны, благо, есть. Сейчас еще жратву с них пособираю. Медицина у вас даже есть. Я знал, каким будет этот прорыв. Но я не думал, что их будет столько. Смотрел, и этого я смотрел. Так, разрядить, выбросить, выбросить. Ладно, делаем сохранение, идем дальше. Надо было забрать надо было забрать аптечки. Но на этих этажах меня уже, наверное, все услышали. Ебать, что такое за флешбеки? Монолит. Что было, блядь? Хочу. Нет, нахуй пошел. Внимание,
Прикольно. Ладно, ждем окончания выброса. Да понял, я понял. Посижу в уголке. Пиздец. Вряд ли они умрут, конечно. Булат у меня побитый уже. Сам виноват. Подставился. Сейф. Ждем. Я думал, монолитовцы начнутся повыше. Ну ладно. С переходом уже на другую лестницу. Ну хер с ним. Покушаем, почему бы и нет. По медицине у меня, в принципе, все хорошо. 12 аптечек — это не так уж и много, но да ладно. У меня есть еще армейская и научная. Так что как-нибудь перекантуемся. Вот, от выброса есть еще таблетка. Ну да ладно. Попозже, попозже. Вы только выброс этот прошел сюда. Что там? Позеленел уже прицел. Да. Давай же быстрее, сволочь. Мне же интересно. Дает, конечно, говна. Зомбированным-то насрать. Как бы. Их выброс не убивает, а вот монолит... Ну, монолит, в принципе, в здании, поэтому... Аллилуйя. Сохраняемся и... Идем дальше. Давай еще патроны в чистом виде, не буду разряжать. Ты не коснешься монолита. По любасу. Сука, ты посмотри, попал. Оп. Я зайду с другой стороны. Заходи, заходи. Братья, я обойду его. Помоги.
Как зашел? Полюбасик. Именно искоренить. Че, все? Кончились братья? По разуму. Видимо, да. Этот дебил в севе выскочил тут. Надо, естественно, закрыто. Это обойти надо просто. Че-то трещит. Блять, аномалия тут где-нибудь. Так, забери себе. Мне бы патроны на него вот заиметь. Но, видимо, ни у кого из вас их нет. Это печально. А вон он сидит. Я обойду его. Ладно. Давай. Давай поиграем. Давай я зайду с той стороны, с которой ты хотел. Почему бы и нет? Вы же любите ролевые игры. Давайте поиграем. Какой же ты меткий, а? Охуеть. Таких метких надо опасаться. Ученый? Не понял. Наемник. Борчук. Что ты тут делаешь, наемник? Хули ты забыл в Припяти, наемник? Ладно. Че, лутаем монолит тогда и уходим. Ну как, поднимаемся дальше. Я вот думаю, блин, может тут еще где-то один есть? Ну, вроде нету. Давай гранатки. Вот этот вот пацанчик с калашом захенкочил. Это было интересно. Ладно, пошли наверх. Один поц остался всего лишь. Хотелось бы его найти. Артефактов нет, соваться туда особого смысла нет. Ладно. Я хочу попробовать. Оп. Поехали. Так, простите, если слышите посторонние шумы, это в окне. Так.
Я слышу топанье, сейчас на секунду прервусь. Да уж, беда с этими телефонами. Ладно, вперед. Оп, секундочку. Что-то FPS проседает, или мне кажется? Наверное, кажется. Так, F5. Давай не будем о плохом, а? Бюрер, что ли? Отдай пушку-то, сука. Ладно. Насрать. Не хочешь, не надо. Больно надо, тварь. Обойдусь и без Абакана. Ну да. Ау. Иди. Ты куда, сука? Чё, вообще без страха и упрека, твари? Сука, Абакан мой спиздили. Мудачата. Не, я его, наверное, найду. Ай. Чё, ты поле свое решил? На, получи, тварь. Думаешь, ты силен? Нихера ты не силен. Абакан мы где, суки? Придется возвращаться за ним, а хули делать? Ау. Вырвали они его этажом выше. То есть где-то здесь. А куда он делся? Бог его знает. Блин, обидно. Хороший был Абакан. Долго служил. Нахер, идите, пидораски. Жалко. Ну ладно, хули плакать теперь. Поздно уже. Я вроде все забрал. Поэтому, я думаю, можно убираться. Пидорасы. Спиздили мой Абакан. Ай, блять. Ну ладно, чё.
Поясошка у меня. Про запас есть. Пушка у меня про запас есть. Правда, это моя основная пушка. Было бы печально, если бы я потерял ее. Слушай, есть разговор. С глазом на глаз. Понял. С глазу на глаз. Значит, бодреньким козликом по вейпоинту. Плюс мне починиться надо, плюс мне надо новая пушка. Блять, кровосос что ли? Так. Так, ну вот и я. Для начала починиться бы мне. Пушки у меня там никакой не завалялось. Хоть бы какого-нибудь сраного калаша, что ли. Но, видимо, нет. Давай, мне нужны... Ага, то есть я еще задание не закончил. Понятно. Сука. Ладно. Пошли тогда пообщаемся. Ну, в чем дело? Майор, мы в полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зарезу нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район, но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Нихера себе. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро? Понял. Но поскольку пушек у меня не ахти, плюс тем более мне бы выспаться, то есть чтобы пойти уже утром, возьму я последнюю аптечку, два бинта и попробую поспать где-нибудь. Для вас тут поспать нельзя. Не, можно. О. На верхней полке посплю. Не хочу идти ночью. Опереться-то куда? Выявление, школа, госпиталь, детский сад. Я понял.
Маршрут задан. Ну, поскольку теперь это моя единственная пушка, назад, блять, патроны мне выдай, сука. Причем, судя по тому, как я иду, мне подойдут все патроны. 9.39, 9.39. И эти бронебойные я, пожалуй, тоже заберу. Все, теперь двинули. Ну да, это получше. Поувереннее себя чувствую. Есть чё. Даже тому же кровососу въебало. Пару очередей кинуть. Звук такой стрёмный. Прям вообще. А, ПНВ мне тут не поможет. Просто тут я где-то встретил кровососа в прошлый раз. О, трупы, смотри. Прикольно. Херова гора трупов. Давай второстепенным оружием будет. Ну а чё, раз абакан мы вырвали. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Опять за мозги взяли. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада. Понял. Так, ну, он тут не один вообще-то. Блять, кровосос. Успокоился? Так, я сказал, он тут не один. Гранейдочка. О, абаканчик. Вот это уже по мне. Вот это спасибо. Блять. Блин, ну я не это хотел сделать, я хотел его разрядить. Просто абакан мне как-то сподручнее. Я знаю, что он поломанный, но хули делать там. Этот кровосос уже давно тут живет. Ну, жил. Ебаный полтергейст. Сдох он там, нет? Надеюсь, что да. Не хотелось бы аптечки жрать.
И, наверное, хлебушек лучше поставлю. Сохранить. Так, пройти мне нужно. Нужно туда. Ладно. Как дела? Ого, вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Да, было кое-чего. Как-нибудь потом. Ладно. Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да, еще. Гарик ушел на станцию Янов. Пополнить запасы. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Так что? Ты где был? Не поверишь. В холодильнике. В каком холодильнике? Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел. Я бы посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком? Хм, даже и не знаю, как сказать. Короче, но... крепко тебя за мозг взял. Слушаю. Я понял. Так, ну что ж, давайте-ка, пожалуй, на этом завершим данный... Спасибо. Данную часть прохождения, я думаю, следующая она будет финальной, и, скорее всего, будет плохая концовка или будет концовки 2. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, всем пока!